Гостям на Видное ТВ рады всегда, даже несмотря на то, что это режимное предприятие. Безусловно, о телевизионной кухне и кино снимают, и программы показывают, но увидеть своими глазами, как записывается в данном случае выпуск новостей, совсем другое дело. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Клименко. До новых встреч. Записываем. Экскурсию для учащихся ВХТЛ провела журналист и автор нескольких телевизионных программ Юлия Погосян. Безусловно, сердцем телеканала является студия. Именно здесь можно почувствовать себя телезвездой. В Ленинском округе продолжается реализация программы социальной газификации. Ребята смогли поговорить и с другими сотрудниками телекомпании, монтажерами, авторами программ, журналистами. Главный редактор телеканала Татьяна Брылова кратко рассказала о главных принципах работы. Журналисты – это и корреспонденты, да, и операторы, и видеомонтажеры. Они тоже журналисты, поэтому если кто-то, например, хочет корреспондентом быть и работать в полях, то кто-то другой хочет вот тихонечко сидеть монтировать. Ребята увидели рабочие места журналистов, что, правда, не очень зрелищно, и монтажные комплексы, где разрозненные кадры, снятые операторами, монтажеры превращают в один сюжет или фильм. Спасибо! Как всегда, ребята получили заряд хорошего настроения и узнали много интересного, а кто-то, возможно, задумался о том, чтобы связать свое будущее с телевидением. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.